Я думаю, что все уже знают свежие новости, обращение президента Российской Федерации к нации о том, что объявили частичную мобилизацию. Я хочу поздравить всех россиян, которые поддерживают специальную военную операцию. Теперь у вас есть прекрасная возможность взять в руки автомат и стать героем, проявить себя на полях сражения с неонацистами, фашистами. Всем добра, ребятки, удачи. Мама, я не хочу идти в солдат. Я боюсь. Ну, надо звать дядю Витю из Ерденева. Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить. Тебе надо по-маленькому в штаны ходить. Иначе говоря, ссаться. По-научному НУРЭС. С НУРЭСом тоже не берут. Я ссаться не хочу, я брезгую. И потом, как же я по-маленькому буду, если меня бабушка в одно и то же время приучила? Ровно в 4 утра. Будешь ссаться на людях. Будь мужчиной, сынок. Как твой пропавший без вести отец. Что, солдат, ссымся? Так точно, ссусь. Ну, это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже головком пысается бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг родине не отдавать. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.